Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, открыть колоду. Давай-ка сделаем. Слушайте, ребята, по-моему, мы с вами не попадем в топчик. Опять же, из-за работы. Я работал, и в этот момент я не играл после работы. И получается, что у нас сейчас в данный момент Лига Сёгунов 2 звезды. То есть, если мы даже дойдем с тобой до Лиги Мастеров, то завтра уже никак не получится, потому что я пойду опять на работу в ночь. Ну, не получится. Но нам главное добыть... Сколько нам не хватает? По-моему, 20 осколков платиновых. Но я думаю, что хотя бы до Лиги Мастеров 2 звездочки мы доберемся к завтрашнему дню. Так что давайте сразу тогда начнем с Лиги. Обновим, посмотрим, дадут ли. Вот, 16-21, поехали. Короче, 62-й ранг у нас противников. Я возьму, наверное, здесь маузеров. Но я думаю, что не справится. Я надеюсь на это. Хотя у них тут есть Карайка. Ну, Карайка, ладно, бог с ним. Она, наверное, сразу упадет по инициативе. Она не вытянет, а вот Донателло. Ладно, сейчас глянем. Сейчас посмотрим, что у нас сделает наши маузеры. Нахлобучат их. Да, великолепно все получилось. У нас еще очень мало откатов, всего лишь 11 штук, что тоже не радует. Но здесь мы в Лигу Сёгунов попадем, в принципе, быстро. 3 звезды. Даже до Лиги Мастеров сможем сегодня добраться, в принципе, без проблем. Потому что в прошлых сериях мы пробивались просто очень сильно, да? Ну, ты помнишь. У нас шел медленно прогресс, потому что все ячейки были заняты. И мне просто приходилось пробиваться через эти толпы вражин. Вот, и поэтому я слетел не так уж и сильно, как мог бы. Но ты сам понимаешь, воскресенье, как говорится, день тяжелый. Для меня, по крайней мере. Вот, и завтра понедельник еще будет тяжелее. Ну что, переходим, да, друзья. Лига Сёгунов 3 звезды. Теперь нам нужно, у нас откатов, еще раз повторяю, ребята, мало. Я, правда, рекламу не смотрел, может быть, глянуть. И тем самым, блин, а что я все время трачу откаты? Здесь можно же и своими ребятами поиграть пока. Возьмем Леонардо. Да Леонардо один справится. Ведь так? Должен же. Лео, ну единственное, что может быть он оставит живых маузеров с вертушки. Остальные должны упасть. Ой, ё-моё, сейчас зарядит. Сейчас звезданет. Мондагека, держись, родной. Блин, это сейчас кабан. Нет, смотри-ка. Неожиданно. Мондагека, ты красавчик. Он справился с двумя. Молодец просто. Ну что ж, смотрим. С 95 на 85. То есть мы проходим 10 ступенек. Давай считать. 10 поединков нам как минимум нужно будет сыграть. Ну, уже, конечно, чуть поменьше. Но я так беру в среднем. Потому что может быть еще получится так, что нам дадут меньше кубков, чем мы заслужили. И то, что 59-60 ранг дает, это тоже, ребят, очень круто. Чем? Ну, тем, что мы с тобой наберем кубки с противником, который, как бы тебе сказать, те кубки, которые он должен давать вот в данный момент, по рангу он должен быть где-то 65-67. А нам везет в том, что здесь у нас 61-59. Ну, то есть, понимаешь, да? Они занижены. Не знаю, специально так делается в игре или нет, но для меня это очень важно и нужно, чтобы хоть как-то продвинуться. Ну что, если сейчас будет 75-я позиция, вообще великолепно. Нормально. Идем пока стабильно. 10 кубков набираем за поединок. Так, давай, наверное, возьмем эту команду. Можно взять, в принципе, Армагона. Так, уже смотри, 62-61 уровень. То есть потихоньку-потихоньку они начинают прибавлять в весе. И, соответственно, делать для меня некие такие проблемы. Потому что если уже дойдут 65-69, а не дай бог 70, мне уже придется брать два персонажа. А судя по тому, сколько у меня откатов, в таком темпе мы с собой долго не продержимся. Поэтому в моих интересах лучше пускай будет ранг поменьше. Вот в данный момент. Так, 65, ну все идет стабильно пока. Вот единственное, что они мне не дают повышение к покупкам. Вот я вижу 16-21 и все. Ладно, соглашаемся. Я возьму здесь, наверное, кожеголового. Я думаю, что он справится.
должен. Тут единственное меня напрягает — это Хан. Но я думаю, что Кужеголовый все-таки справится быстрее, да? Нет, не справился. Блин, еще и дебаф. И он еще и дебаф повесил. Ну-ка. Благо на атаку это никак не влияет. Пропишет он ему, интересно. Молодец, Хан. Красавчик, Лео уложил. А так стоило бы Лео сделать вертушку одну. Даже, ребята, при пониженном защите у нас он бы мог троих как минимум положить. Ну что, 54-я позиция. Значит так, давай-ка немножко крутанем. Еще крутанем. И еще. Да ладно, неужели не будет 16-22? Блин. Ладно, я тогда возьму 16-21 раздают. Я возьму вот эту вот команду, потому что по уровню они слабее будут, чем вот эти все остальные. Поехали. Здесь я возьму Макмана. И к Макману присобачим, наверное, Зека. Хотя, ты знаешь, Зека можно, наверное, все-таки убрать. И возьму вот так вот. Ну, Макман на соточке. Он же должен вырубить-то их, по идее. Сейчас проверим. Да, что-то как-то... Блин, ну ты что мне теперь делать? Давай попробуем так, наверное, сделать. С шайбой. Ну, а ты... Есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ауч. Так, значит, нам нужно Макмана как-то теперь рубануть. Подожди, как вот этот, по-моему, удар у нас, да? Вертушка. Е-е-е. И давай бросим эту биту. А, плечом, плечом удар. Тут пробоксируй его, пожалуйста. Все, друзья мои, великолепно получилось. Никого не потеряли, хотя могли бы. Итак, 44-я, я рассчитываю на нее. А, 45-ю дали. Все-таки зажали, да, не 10 кубков дали. Угу. 68-65 уровень уже идет. О, вот что нам надо. Нифига, ребят, нам это не надо. Нам нужно вот это 16-22. Тогда давай возьму сюда я, наверное, Бакстера плюс Рафик и Зек. Бакстер, Рафик и Зек. Поехали. Блин, сегодня еще надо будет попробовать как-то добраться до Дракона Всадники Олуха. Там же у нас событие идет. Я боюсь, как бы я его не профукал за 2 дня-то. И если оно еще к тому же будет длинное, то, боюсь, мы вообще не успеем его пройти. Ну-ка, волну. Есть. Полегли, ребятушки. Полегли с копом. Ну что, мы двигаемся тогда далее. Еще Стик Вар Легаси сегодня должны быть, друзья. Там дополнительные уровни. Мне уже писали чуть ли не 3 дня назад в комментариях. Так, обновление сделаем. Нет, давай 16-22. Если вы уже давали, то зачем вы мне опять вот начинаете понижать ранг? Здесь я возьму, наверное, Слэша и Донни. Слэш и Донни. Ну, в принципе... Пускай они не очень максимально бьют, но даже по половинке хп, если оба отнимут, то, в принципе, здесь будет победа за нами. Ну-ка, попробуем. Слэш первый идет. Замечательно. И Донателло просто добивает. Вот про, именно про эту тактику, ребят, я и говорил. Что по чуть-чуть пускай, но все скопом, как говорится. Погнали дальше. Так, Лига Мастеров уже практически у нас в кармане. Ищем 16-22. Вон, было, кстати, было здесь. Ну, тут возьмем. Я, наверное, возьму маузеров тут. Потому что уровень уже 67-68. Не знаю, может быть, взять еще Ваньку для подстраховки. Раз, два, три, четыре, конечно. Четыре. Че ж сразу не 5-то? Ну, погнали. Смотрим на атаку маузеров. Логично было бы всех завалить сразу ими. Да, Ванька, как говорится, отыграл у нас просто в холостую. Он ничего не сделал и тупо был использован. Ну что, 11-я позиция. 16-22. Оу, щит, там ранг. Там ранг большой. Ну ладно, я возьму сюда Крэнга тогда и вот так вот сделаю. Блин, ну у маузеров вражеских инициатива тоже не кислая. Он, наверное, сразу после моих будет ходить. Хотя не факт. Давай смотреть. Так. У Крэнга инициатива круче, чем
у Маузеров я не брал. Слушай, замечательно вообще. Просто пиш, и все. И сдуло их ветром. Но первое место, да? Второе. Я понял. Так, 16-22. Опять же, опять начинаете за свое вот это вот. Так, возьму майки Супер Шреддера. Вот так вот я сделаю. Не буду здесь больше ничего выдумывать. Давай, майки, поехали. Что сейчас? Сейчас Супер Шреддер зарядит свою волну из шипов. А, Рафаэль теперь. Так, и теперь Супер Шреддер на добивку. Вот и все. И вот теперь мы переходим в Лигу Мастеров. Вот только теперь мы переходим. Да? Естественно. И позиция у нас 93-я. Так. Ну что, попробуем. А здесь мы уже ничего не попробуем, потому что нам нужно через откаты действовать. Ну что ж, раз нужно действовать через откаты, берем тогда Супер Шреддера и Лео. Но зато берем слабых бойцов. Нам надо будет еще тогда ежедневки сделать, чтобы получить откаты. И попробовать за рекламу посмотреть. Ну, как раз будет, ребята, у нас рекламная пауза. Вот в этот момент и глянем все. Так, ну что, отлично. Тут, смотри, на всех был постепенный урон повешен. В принципе, если бы Леонардо даже не ходил, они бы все дружненько на следующий ход упали бы. Так, с 93-го мы переходим на 84-ю. То есть зажали один кубок, да, мне? Не 10 дали, как полагается, а именно 9. Ладно, здесь я возьму маузеров. Мы, кстати, приближаемся к 70-му рангу от наших противников. На 79-м уже, соответственно, никак ты не поиграешь одним мощным бойцом. Нужно как минимум два мощных. Ну или один мощный и другой средний, чтобы добивать он мог. Просто-напросто. Только в этом случае. Угу. Слушай, замечательно, маузеры бомбят. 65-й уровень практически ему под силу разбирать. Так что продвигаемся тогда далее. 75-е. Так, выбираем, наверное, вот эту команду. И поехали. Опять возьму маузеров и Леонардо Усаги. Раз, два, три. Это если мы еще возьмем 10 откатов, будет 5 поединков. Плюс за выполненные задания где-то еще откатов 5. 15 откатов на 5. Подожди. На 7. Ну, на 8, грубо говоря, поединков. Слушай, мы можем добраться таким макаром до Лиги Мастеров 3 звезды. Можем. Но нас опять же скинут завтра. Да фиг с ним, что скинут завтра. Завтра, может быть, мы еще сможем подняться. Так, ну что, 16-22 уже дают на автомате. Может быть, 16-23 дадут нам. Нет, дают только пониженный ранг. Ладно, фиг с ним, уговорили. Давай, берем маузеров и беру Леонардо. Раз, два, три. У нас не так много бойцов. В принципе, 15 откатов нам за глаза. Сейчас мы сколько сможем поиграем, потом... Ох, замечательно маузер сделали. Сколько сможем поиграем, потом пойдем уже смотреть рекламу и все подобное. Сейчас бы хотя бы до полтинничка добраться, уже было бы нормально. Вот, 17-23. Про что я и говорил. Ранг уже 72-74. Так, ну тут уже понятно, дело не до шуток. Ауч. Ну ладно, а если я сделаю вот так? Блин, такой сейчас риск идет у меня. Ребят, офигенный. Я взял маузеров, а остальные бойцы у меня чуть-чуть слабее, чем враг. И вот теперь мы посмотрим, справимся мы здесь. Хотя бы двоих-троих уложить. Так, слушай, ну нормально. Ух. Слушай, ребята, Карайка тоже неплохая. Но почему-то про нее никто не проголосовал. А подожди, она же у нас, по-моему, так в платиновом ранге, да? Она у нас, по-моему, и так в платиновом ранге.
Ладно, ребят, нам надо... Откатов-то у нас нету. Че я тут засиживаюсь? Пойдем быстренько с тобой выполнять все эти ежедневки. Раз, два, три. Куда ты лезешь? Четыре, пять. Быстренько сейчас сделаем их. Получим пару откатов и будет нормально. На зэка лезет, да? Так, выносим Кирби. Не вынесли. Да ладно. Какого-то маразматика не смогли завалить. Так, понижение меткости. Усаги его добил этого таркана. Ну, а здесь, по возможности, применяем все массовые атаки. Это у нас будет... А, массовые атаки у нас нет их пока. Они все по откатам. Молодец. Крэнк два раза сделал свой удар. Давай возьму провокацию. Провокацию возьму, чтобы... Если вдруг враг решит нас бомбить, чтобы получал тут же ответку. Как, например, вот этот вот ханыга с отложенной смертью. На тебе. Так, минус пиццелицы. Раздавит, интересно? Нет, не раздавил. Хотя, двойная атака. Да, с двойной атакой раздавили мы. Ну что ж, тогда продвигаемся дальше. Это мы выполнили и забираем. Забираем награды. Так, $5. Сюрики. Так, дальше идем. У нас, ух. Нам хватит прокачать, кстати. 81 уровень он получает. И продолжаем здесь искать. Блин, 7 комиксов. 7, 7 штук нам надо. Давай попробуем найти. Пока что-то нам не везет. Не, вообще. Комиксы не хотят, а их 7 штук надо. Тут тыква одна выпадает. Прикинь. Только лишь тыква и выпадает. Все, больше ничего не дают. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Четвертый. Пятый. Шестой и последний комикс. Давай, пожалуйста, нам. Ну, последний. Да говорю, последний, дай мне комикс, а. Вот. 7 комиксов нашел. Нам надо будет потом найти катушки с пленкой, 9 штук, ну и 12 этих автомобильных номеров. Все, забираем здесь награды все. Ну вот, 5 откатов, как я и говорил. 5 откатов. Так, и здесь по испытанию у нас Усаги. Мы же фармим Рокула. Пытаемся фармить. Поехали. Не повезло. Не то. Нам выпадает здесь Усаги. Да ну хорош, они не дадут. Не, навряд ли, ребят. Тигр. Еще 2 попытки. Кролики. Ну дай Роквелла мне. Нет. Вот кого мне надо, не дают, ребят. Просто не дают. Слишком много наград левых. Мне кажется, я бы все-таки больше профита получил бы, если бы фармил жетоны. Вот серьезно тебе говорю. Тут что-то вообще как будто в никуда слил весь сыр и все. Ладно, значит так, у нас 5 откатов. Мне не хватит, я пойду, пожалуй-ка, еще гляну рекламу, ребят. Для того, чтобы у нас было 15 откатов. Так, ну что, ребята, вот забрал я последние награды. Как я и говорил, 15 откатов у нас будет на все про все. И думаю, что этого нам хватит, чтобы перейти в Лигу Мастеров 3 звезды. Единственное, что нам нужно, это получить 17-23. Угу. Так, ну что, поехали. Берем маузеров по 2 отката. То есть, ну, 7 поединков у нас получится. 7. Ауч, ребята. Я и забыл, что откаты откатами, а персонажи-то у нас йок. Кончились они. Так что, блин, я не знаю, хватит. Наверное, не хватит, не успеем. Там, потому что по 10 откатов у нас 47 ранг. Это нужно как минимум, да? 50 откатов, ой, 50 бонусов получить. Да, не выйдет. Просто элементарно не хватит по команде.
Слушай, ну ладно, ничего страшного. Завтра попробуем добить. Я перед работой попробую встать пораньше чуть-чуть и бомбануть. Да, у меня получится. Мне надо будет встать пораньше, бомбануть перед работой, а потом еще успеть сделать буст. Насыщенный завтра денечек будет у меня. Раз, два, три. Ну да, да, так и получается, что... Ладно, фикси. Я потрачу 5 откатов. 4, точнее. 4 отката ради, блин, одного поединка. Почему себе такое позволяю? Ну, потому что, ребят, во-первых, у меня доллары есть. Я могу себе, если что, докупить. Я их накопил. Кстати, я не посмотрел. Может быть, там надо будет купить нам телепорты. Чё-то я на это, кстати, не обратил внимания. Ага, нам не хватает... Ну, не хватает 20... Сколько там? Нет, 32, по-моему, не хватает, да? Да, нам 1050 нужно. Ну что, последний поединок. В коем-то веке я позволяю себе такую роскошь сделать, потратить ради одного Тимати замызганного 4 отката. Понимаешь? 4 отката. Я такого не делал уже фиг знает сколько времени. Но тут сделаю. Давай. Бомби. Ты скажешь, можно было бы взять меньше, как говорится, персонажей. Можно было бы взять, но тогда и награда будет меньше, ребята. И тогда смысла в этом бы не было. Вообще никакого. Ну... Какая позиция? 20-я. Ну что, я думаю, что за день меня, ну, может быть, скин... Кстати, вечером, ребята, вечером, вот на моих часах сейчас, в данный момент, 10:30 дня, 10:30. В 8 часов идет откат на персонажей. Поэтому в 9 часов вечера, если я сяду и сделаю еще одну серию, то мы точно будем с тобой. Ну, если не в топчике, то в Лиге Мастеров где-то ранг 60-й. 50-й, это будет точно. И я думаю, что стоит это делать. Ну, а ты пиши об этом в комментариях. Рад ли ты видеть еще одну серию за сегодня? Ну что, а я думаю, можно, в принципе, и заканчивать. Сейчас мы единственное, что сделаем, это, наверное... Сейчас, подожди секундочку. Нам не хватит, наверное, да, Рафаэля прокачать еще на один уровень. Там, по-моему, 20 тысяч нужно мутагена. Если я не ошибаюсь. Да, 20 тысяч, у нас 19. Ну, не хватает ровно 1000. Хорошо, тогда давай мы на Рафаэля поищем. Ну, например, вот эти вот пленки с катушек. Потому что у нас, ребят, все равно еще пока есть немножечко пиццы. Совсем чуть-чуть. Буквально 3 разика там можно. И вообще ничего, молодцы, вообще 0. Просто 0. Ладно, ребята, в лучшем случае до вечера, ну а в худшем случае до завтра. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.